Сегодня в России отмечается День Орловского рысака. Прославленная порода лошадей вот уже более 200 лет является сочетанием силы, грации и необычной способности к стремительному рысистому бегу. Орловским их назвали в честь графа, который вывел породу, а рысаками из-за особого мягкого шага рысью. Одна из представительниц этой породы проживает и в Ненецком округе. 3 года назад ее привезли в конно-спортивный клуб «Фортуна». Орловская кобыла по кличке Балтика уже 3 года живет на Ренмаре. Она участвует во многих видах соревнований, в том числе конкуре, любительской верховой езде, а также занятиях по ипотерапии. Но я уже 2 года езжу на этой кобыле орловской породы и хочу сказать, что это очень добрая, ласковая лошадь. Она адаптирована под любого всадника абсолютно и послушная, такая просто очень любит ласку, когда ей говорят хорошие слова, комплименты. Работоспособность и здоровье орловской лошади зависит не только от ухода, но и от питания. Она требует правильного питания, правильного ухода, движения. Ей нужно каждый день, ей нужно работать для того, чтобы она была здоровой и жила как можно дольше. Обязательно нужно с ней заниматься. Лошади этой породы легко обучаемы и готовы приложить максимум усилий, чтобы порадовать своего хозяина. Они достаточно быстро усваивают команды. Могут резво бежать длинные дистанции, практически не уставая. Выведенная графом Орловым порода идеально подходит для российских условий. А вот завозить ее в Заполярье или нет, хозяева конно-спортивного клуба думали долго. Долго думали по поводу климатических условий сюда, когда привезли. Сначала пугали нас морозом и купили ей специальные попоны. Но данная порода доказала, что жить на севере ей совершенно несложно. Она у нас 3-й год стоит. И зимой мы не покрываемся волосяным покровом. Мы совершенно гладкие, лысые. Это говорит о правильности питания животного данной лошади. Она доказала то, что у нее по породе очень адаптирована к детям, к маленьким детям, ко взрослым детям. Кобыла очень порода данная универсальна, потому что она не только ходит под верховыми прогулками, работает на рысях, доказывая свою значимость. На сегодняшний день орловская порода лошадей является одной из самых популярных в России, не имеющей аналогов в мире. Как питомцы, они зарекомендовали себя только с положительной стороны – дружелюбны и миролюбивы. Их используют не только в беговом спорте, но и в туризме и сельском хозяйстве. Даст этому люлей, и это навесит, и к тому придет еще сверху, и весь тому. Александра Литкова, Антон Выдряков, телеканал «Север».